Oh!
хорошие душевные и объяснения, и исполнения. Спасибо. С большим удовольствием. Вы знаете, концерт отличается необыкновенной неординарностью со стороны исполнителя, потому что исполнитель очень яркий, очень наполненный тем, вот наполнен той краской усени, о которой говорил сегодня музыковед. И этот звук, который сегодня звучал, он не похож на тот крымский. Он вливает в себе Крым как со стороны всего моря, континента. То есть в этой музыке было слышно все. И боль, и радость, и любовь, и какое-то желание быть всегда с людьми. И чтобы они тебя слышали. То есть заметно было, что певица хотела сказать, чтобы ее услышали ее талант. А она очень талантлива.